Кто активнее себе напоминает, тот быстрее добивается результата, отметил глава администрации Чебоксара Алексей Ладыков на прямой линии с горожанами. Несмотря на то, что градоначальник совсем недавно встречался с жителями Чебоксара, вопросов опять оказалось много. Жителей беспокоят двойные тарифы на горячую воду, необустроенные тротуары и даже водители, превышающие скорость. Ответы на часть обращений находились сразу, но некоторые еще придется решать. Вот у нас первая проблема. По улице Колхозной все ливневые воды, дождевые, все от домов там Пожарные, эти Волкова, Туктаса, все по улице Колхозной проходит. И нам внизу образуется болото. Ладно, давайте мы на место выйдем, разберемся с вами, свяжемся. О том, что все дети от 3 лет вовремя получают места в детских садах, говорилось не раз. Но на деле, оказывается, есть исключения. У меня ребенку уже исполнилось 3 года, а он до сих пор дошкольное учреждение не посещает. И место ему дошкольное учреждение предоставлять не собирается. Сейчас в марте-апреле идет комплектация групп. Мы с 3 лет должны детей обеспечить. Адрес какой у вас? Трасса строителей 7, 412. Ну, сейчас рядом со мной исполняющий обязанности начальника управления образования. Ответ получите. Все вопросы, прозвучавшие во время прямой линии, записаны и будут решаться в ближайшее время, заверил Алексей Латыков. Ольга Алексеева, Елизавета Зайцева, Андрей Шоколев, Республика.